Почему выгодно быть копитрейдером? Потому что от подписчиков прибыль 10% вам перечисляют. Если у подписчиков убыль, то вам 10% убыль не перечисляют. Я посмотрел у некоторых стратегий, встречные заявки ставят и закрывают только плюсовые. А минусовые оставляют болтаться на счете открытые. Вот. И за плюсовые получается прибыль от подписчиков 10%. Но он как бы это. Ну, если вот встречные заявки открывать, то получается, при любом раскладе вы не будете терпеть убытков, будете в нуле. А от подписчиков прибыль идти будет 10%. Только от прибыльных сделок. Видите, как хорошо копитрейдеры устроились.